Ну вот, начало стройки, поселок Южный. Завезли нам какой-то мусор, отходы. Все вот это вот экологически грязное. Мусор. Зачем он здесь нужен? Зачем травить землю, атмосферу и прочее? Посмотрите внимательно. Это на свалку надо деньги платить. Нет. Поселок Южный, подарок от партии Единая Россия, Ищенко, ну и Сухарева, чё, куда? За это садить надо, за такие подарки.